Министр внутренних дел России находится с рабочим визитом в Узбекистане. В Ташкенте Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Сегодня утром с членами Совета встретился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Владимир Колокольцев поблагодарил главу республики за прием и отметил важность сотрудничества с МВД Узбекистана. На заседании Совета российский министр отметил, что за последние 4 года удалось существенно сократить уровень трансграничной преступности и улучшить взаимодействие между правоохранительными органами стран Содружества. Этому способствовала международная программа совместных мер борьбы с преступностью. Все вопросы, которые выносятся на обсуждение на заседание вот нашего Совета министров внутренних дел стран-участников СНГ, они носят прикладной характер. Это все направлено по укреплению правопорядка в наших странах и обеспечению безопасности наших сограждан. Владимир Колокольцев поблагодарил узбекских партнеров за содействие оперативной группе МВД России, которая в октябре прошлого года работала в Узбекистане. Тогда удалось разыскать более 100 человек, которых подозревают в преступлениях на территории России.